Привет, друзья! Это будет короткое видео о том, как настроить курс Play для автоматической перевозки воды для ваших животных. Чтобы не нужно было каждый раз ездить, возить воду, можно все это сделать в автоматическом режиме. Нам нужна точка заправки воды, вот такая, как вы можете видеть слева, например, подойдет. Здесь вода за деньги, правда, будет. Или можно скачать мод, например, вот мод-колодец, который у меня стоит. Там вода бесплатная. То, что я сейчас покажу, для перевозки воды из какого-нибудь водоема, там пруда, да, речки, не подойдет. Эта схема работает только вот с такими точками. Что надо сделать? Во-первых, проезжаем немножко дальше. Нажимаем правую клавишу мыши. По умолчанию, да, это вызывает курс Play. И сразу просто нажимаем «Начать запись маршрута». Начали, едем в точку, где мы будем нашу воду разгружать. Вот у нас кормушка. Вот мы к ней подъехали, нажимаем паузу. И едем дальше. Разворачиваемся, возвращаемся к нашему источнику. Немножко не доезжая до него, нужно будет остановиться. Причем, ну, как бы сделать надо так, чтобы точка финальная и точка начала пролегали между вот, собственно, источником воды. Таким образом, чтобы когда трактор из конца поедет по прямой к началу маршрута, он проезжал там, где вот забор воды происходит. Вместе с забора воды никаких значков устанавливать не нужно. Просто сейчас нажимаем на стоп. Можно маршрут сохранить. Вот, перевозка воды напишу я. Выбираем вот этот значок. Собственно, это перевозка жидкостей, чтобы он был активирован. И нажимаем запустить по маршруту. Проверяем, как оно будет работать. Вот трактор подъехал в место забора воды, и автоматически вода набирается. Я ничего не делаю. Это можно вообще закрыть. Я ничего не делаю, ничего не нажимаю. Сейчас он поедет в точку выгрузки. Таких точек вы можете установить несколько. Например, если у вас коровы, овцы, там какие-нибудь лошади, можно на маршруте на одном проложить все эти пункты, поставить точки выгрузки, и он будет постепенно ехать и всех ваших животных обеспечивать водой. Вот видите, сам подъехал, сам начинает разгружаться. Важно, чтобы именно был выбран пункт перевозка жидкости. Если будет выбран пункт просто транспортировки, да, который по умолчанию стоит, то он здесь в точке паузы остановится просто. И появится предупреждение о том, что доехал до места остановки. Я ничего не нажимал. Это он сам едет. Сам едет. Сейчас развернется, наш маршрут будет завершен. И поскольку тут мы никаких пауз, ничего не ставили, он снова наберет цистерну и поедет опять к кормушке. Будет так ездить до тех пор, пока кормушка не будет полной. Когда она наполнится, он там остановится и будет ждать, пока не будет все выгружено. Либо, если несколько точек выгрузки стоит, то он поедет на следующую точку. Вот так, все очень просто.